Друзья, всем привет! И сегодня у нас на Динамо ТВ специальный и даже праздничный выпуск. В общем, мужики, с праздником всех нас, и все прекрасно знают, что сегодня за день, и наверняка уже с утра каждый из нас получил по паре носков или по банке нового геля для бритья. Ну, а мы на Динамо ТВ, на нашем YouTube-канале решили сделать праздничный движ вместе с нашими прекрасными дамами. Сегодня мы решили разыграть праздничную партию в известную игру «Элиас». Девочки, где восторг? Где восторг? Где радость, эмоции? В чем суть нашей игры, в которой, я уверен, играли многие из нас? Мы собрали список самых настоящих мужчин Минского Динамо. Это, конечно же, футболисты нашего основного состава и представители тренерского штаба вашей команды. И вот тут, я уверен, будет самое интересное, потому что как же вы их будете показывать? Маленькая провокация. Ну и еще несколько представителей нашего клуба. 4 участника, 2 команды, 4 раунда и по 120 секунд у каждой участницы одна должна загадать, показать, объяснить. Полная импровизация нашего задуманного героя, который будет в виртуальной карточке. Вторая участница должна будет отгадать. Потом мы все считаем, и в самом конце самое интересное наказание, которое мы подготовили специально для игроков женской команды. Вроде бы все понятно, все доступно объяснил. Девчонки, удачи. Поехали. Погнали. Спасибо. Команда номер 1. Анастасия Новикова. Анна Филипенко. Команда 2. Валерия Карачун. Виктория Казакевич. Первый раунд, 120 секунд, поехали. Вот, значит, ой, это пацаны. Наумов. Да. Это серп. Блин, я не знаю. Да, мы Динамо, две буквы, прям как. Давай, смотри. Да. Да. Ми, да. А, этот, как Джокер, этот певец. Доминик. Ну что, короче, имя у него Сережки женские. Имя Сережки женские. Ну скажи на эту букву имя мужское. Любовь, как она придет в голову? Сережки женские. Ну ты имя такое же мужское. Просто не придумай клипсы там какие-то. Просто скажи. Валерия. Просто вот скажи. Ладно. А, это очень трудно. Потому что... Минута. Так, ну, короче, птица. Чиж. Так, так, еще один. Этот меч есть и вместе с ним. Шпага? Там... Нет, вместе с ним. Вот это круглое. Что это? Щит? Да, ну, это как фамилия? Шитов? Так, есть как ты отгадала быстро? Так, и... Давай, Викуля. Так, и кто форму нам раздает там? Одетик? Да. Это вот и на хлеб, и на хлеб. Нет, помазан? Да. А того, кто Сергей? 15 секунд. А, ну это его имя. Сергей? Да. Сергей? Ну, какая-то фамилия еще у него. Какая, блин? Тоже имя мужское. Имя Сергей. Нет, другое имя у него в фамилии зарыто. Финиш! У вас разрешенка, неплохо справились. Раунд 2. Готовы? Давай. Раунд 2. Поехали. А так я уже начинаю. Да кто у нас постоянно? Максим. Жмякай, жмякай. Максим? Да. Максим? Да, молодец. Сейчас какой год? БК? Да. БК? Да, молодец. Так, у нас такой фон. Бочка. Капюшон. Агент. Сергей Михайлович? Да. А фамилия помнишь? Нет. Так, вратарь. Выстучи был. Перешел к нам. Динамо.
я помню. Еще вратарь есть. И Петрович. Вратарь. Чини делает такой, забивает гвозди, вратарь. На «С»? Нет. Если бы ты по морю плыла, у тебя не было блоки, и ты без деревьев, что бы я сделала? Плотников. Молодец. Так, а вот этот вот мужчина, который ходит с «Сков» или... Марьяныч. Блин, в этот момент все вышло. А это же было. Высочи, помнишь, вспоминай, был вратарь? Хаткер! Так, один остался. А вот показывает же, нет? Не знаю, где он играет, на какой позиции? Да, этого тоже я не знаю. Давай тоже начнем. Есть меч, а есть... Да, и вот только буква первая тоже другая. Шикавка? Ага, я забыла. 15 секунд. Лиза, отрастукивайся. Я не забываю. Ну, правильно. Да, молодец. Шикавка? Да. Ура, и так, вы справились, молодцы. Здорово. Третий раунд, поехали. О, замечательно. Ты можешь говорить слева. А, точно! Он перешел. Да, молодец. Блин, я же могу показать, да? Ты что можешь делать? Да, наше... Наше... Наш. 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 Да. Вот это что, блин? Скакалка. Да, ну, да. Это... Лимон. Ага. Кисляк? Да, молодец. Что? Это щека? Да, молодец. Ну, правильно? Правильно. Щека? Да. Что за такая песня? А что за щека? Нет, это не совсем. Не совсем. Директор Динамо Юнит. Ну, я же правильно показала. Пожалуйста. Щека, но фамилия... Так как написано? Там же не ща. Там ше. Минус один. Короче, минус два. Так, следующий. Блин, ну это жестко. Ну жестко, ну давай кто-нибудь другого. Давай, да, все жестко. Небо какого цвета? Голубого? Нет. Синего? Да, только поменяй букву последнюю. Синя. Сини. Сини? Нет. Сине? Да. Сини. Еще одну букву. Вот. Да, молодец. Блин. Мы тут покликуем. Ну, все, блин. Там два осталось. Ну, это... Здорово. Вот ты когда... Это жестко. Вот ты когда плюешь, это что? Пирог? Вот ты когда болеешь... Подожди, подожди. Когда болеют, это что? Я знаю. Ты разносишь что? Время. Бациллу, блин! Ты когда плюешь. Да, я перепутала. Итак, девчонки, заключительный раунд. 2 минуты. Поехали. Давай. Следующий. Кучерявый такой. Швецов. Да это не... Блин, это который с стадиона у нас директор. А нет, какой, говорю? Прыжочки такие. Тын-тын-тын-тын. Владимирович. Но, как зовут? Александр. Не, я помню Александра. Который в центре, про которого мы говорили, играет. Такой лысый. Козлов. Друг этой Клавы. Жан-Пон. Наш Жан, наш любимый тренер. Мали. Да. Это другой? Нет. Который с Бреста, мой этот. Ой, блин. Кореш. Да, кореш такой. Ты что подсказываешь? Мы же не с ними. Я не знаю, про кого она. На К? Нет. На Х? Да. Хвощинский. Молодец. Минута. И... Ну, тут можно расслабиться еще минуту. Да, конечно же. Кофейку попьем. И переигрывай. Ты вспомни, с кем ты в команде. Это нападающий. Бахар.
И рядышком еще был такой. Полузащитник? Нет, нападающий рядышком был. Рядышком бит по таблице, которая фамилия такая на Викину фамилию. На Х? Да. Калинин. Климович. Да, молодец! Ну, как мы и обещали, проигравшей стороне мы придумали специальное наказание. У нас, как сейчас известно, есть проблема с вратарями в команде, потому что Наташа Мультян уехала в сборную, а Лиза Сивко немножко травмировалась. Поэтому мы решили то, что Лера вдруг решила стать вратарем. Угу. И поэтому сейчас она будет звонить Александру Николаевичу Скакалину, тренеру наших голкиперов, и предлагаю скажет... Предлагаю свою кандидатуру. Да. Да, вперед. Ну, посидеть решила да. Наш вратарей. Ну, скажи то, что мы вместе с Викой посовещались, ну, потому что мы же вдвоем проиграли, Николай, правильно? Николай, да? Да. Это что ж такое-то? Они, наверное, знали, что видео записывают. Николай, здравствуйте, это Карачун. Да. Как ваши дела? Ну, ничего. Слушайте, Николаевич, у меня тут такая мысль пришла в голову. А, помните, вы говорили, что я была бы неплохим вратарем? Помните, вы мне говорили такое? Да. Слушайте, я подумала, я с этим ахиллом все никак не могу восстановиться, а вам такой вратарь подойдет, как вы думаете? Ну, если я переквалифицируюсь, в принципе, по росту это неплохо, да? Как вы считаете? Ну, неплохо, конечно. Ну, вы бы взялись меня тренировать, как вратаря? Серьезно, что ли? Ну да. В защите, смотрю, там конкуренция конкретно, а на этом вратарей, как бы Наташа уехала. Малышку вот взяли. Вот я и подумала. Интересно. Нюанс. Но, как бы... Подожди, да. Сообразить. Ты серьезно это так? Ну да. Ну я. Ну, если что, вы меня потренируете? Как бы вратарь работает, ну, чем раньше, чем лучше, да. Ну, как в принципе любой в любом виде спорта, да, то есть, ну. Вот, то есть это огромная работа, в принципе, и то, что. Получилось там во вчерашней игре, то это не говорит о том, что это будет постоянно. Александр Николаевич, может... Александр Николаевич, это строк, Саня. У нас, да, у нас программа розыгрыш, мы снимали видео, девочки проиграли, да, и вот поэтому Лера, Лера решила, да, стать вратарем, поэтому мы позвонили именно вам, Николаевич, с праздником вам, с 23 февраля. Девчонки, поздравляем, поздравляем. Поздравляем, да. Завтра беру перчатки. Спасибо, спасибо за участие, Николаевич, ну а завтра Лере на тренировке. По шапке. Все, вы меня разыграли, хорошо. Я искренне, видите. Благодарю, благодарю. Николаевич, сыграли просто великолепно. Все, завтра Лере Карачун и Вике Казакевич выговор строгий с занесением. Все, Николаевич, спасибо. До свидания. До свидания. У негодяя, конечно. До свидания. В конце нашего видео, по традиции, мы делаем праздничный розыгрыш. Мы разыгрываем этот замечательный мяч с автографами женской команды. Отличный подарок, отличный сувенир. Девчонки все его прочитали, очень хорошо постарались. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот замечательный футбольный снаряд? Нужно написать в комментариях, кто, по вашему мнению, был максимально креативным в нашей сегодняшней игре. А потом среди тех, кто оставил комментарий, мы случайным образом выберем победителя и вручим этот замечательный мяч. Так что все в комментарии, будет весело. Спасибо всем, кто посмотрел наше видео. И в завершении, конечно же, наши прекрасные девушки поздравят всех нас, мужчин, с праздником. С праздником, дорогие мужчины. Поздравляем! С 23 февраля вас всех!
поздравляем и благодарим за то, что вы у нас есть. Друзья, и обязательно поставьте лайк этому видео, участвуйте в нашем конкурсе, смотрите Динамо ТВ, болейте за Минское Динамо, и пусть все у нас будет хорошо. У-ху!